В продаже имеется вот такой ремкомплект на транец, на лодку казанка, южанка. То есть 6-миллиметровая фанера, 18-миллиметровая фанера и еще одна 18-миллиметровая фанера с запиленными фасками под периметр уголка, который располагается на трансе снутри. То есть вот так этот весь комплект формируется. Ну и также в комплекте будет поставляться вот такой профиль, гнутый из АМГ-3М, толщина 3 мм. Профиль не равнополочный, то есть у него получается внутренняя полка, которая будет устанавливаться снутри лодки, 3 сантиметра, ширина 4,5 сантиметра и наружная полка 4 сантиметра, которая будет как раз перекрывать полностью с запасом прогал, который будет образовываться, ну, при поднятии транса, выравнивании транса вровень, то есть с боками лодки. Вот. Ну а также вот могу еще укомплектовать вот таким рецессом самоотливным. Ну, здесь уже профиль будет идти с ним в комплекте, то есть этот профиль уже тогда не нужен будет. Вот. Кому интересно, обращайтесь.